здравствуйте, ребят. Тут такое произошло у меня, прохолостила самка. А эти по возрелости, короче, принял решение с клетки самца вытащить и посадить в общаковую яму. Пусть посидит недельки две. Думаю, за это время придут в охоту все. Ну, посмотрим, в общем, как будет. Ну, прохолостила шиншилла. Опять приносим мешенки, сосны. Вот такой вот пацанчик. Крупный, самец шиншилла. Она вон сидит в маточнике. Только уши торчат. Ну, посмотрим, недельки две пусть побудет. Эти уже подросли. От строкачки будем с ним сводить. Вот. Ну а там как карта ляжет, прохолостится еще раз, не прохолостит. Так, ну это я в первом погребе. Вот, а во втором вот эта девочка, что откусывала уши, посадили ее 1 числа, окрылилась. Пойдем сейчас смотреть. Так, ребят, в другом погребе. Вот эта барышня, которая ушки откусывала все. Клеточка. Так. Когда она скрылилась? 1 числа. Сейчас посмотрим. 8 штучек было. Мамка она, конечно, классная. Пуха нарвала валом. Да. Тоже принес ей мешенку. Пока ничего не делал. Вот такая поилочка. Ну, это пока тут еще клетки будут. Так, ну, посмотрим, что там у нас имеется. Вон пуха сколько. Сегодня 8. Ох, выпрыгивает. Тоже интересно, сводил с рыжим, а все получились черные. Вон и сколько, 8 штучек. Попробуем, пузатенькие, не пузатенькие. Ой, хорошенькие, кругленькие. Вот такие вот. Глаза еще рано открывай. На 10 обычный день, 10-11. Ох. Куда вы постоянно спешите? Прыгать, прыгать. Все черненькие. Так, не в ту сторону. Вот. Одни мордочки торчат, все прыгают. Молодец, конечно, приносит по 8, по 10. В этот раз без перебора, 8 штучек. Пуха много. Молодец, в общем. И такая, что на день даже не просрочит. Точно. 31-го судил. 31-го. 1-го, вернее, родила. Окрылилась. Молодца. Ну, кормлю плотно ее. Мешенка. Ну и ячмень. Вот в такой вот кормушке. Маточник сделал 45. Не помню, по-моему, на 35 или на 40. Сделал такую вот ступенечку здесь. Вот тут бортик, чтобы когда она вылазила, не к соскам плотно присасываться, и чтобы она их за собой не вытащила. Вот, сделал такой вот бортик. Так, ну все, мы это посмотрели, идем в следующий погреб. Посмотрим, как те подросли. Им сегодня 2,5 месяца. Что-то они не очень. Она мелкая, почти калифорнийка. В общем, беспородная. Ну, соответственно, и кролики небольшие, маленькие. Может, из-за того, что много. Посмотрим, как в клетке будет. Все. Скажи пока. Мы пошли.
Такая же цапануть может. Все. Приятного аппетита, пошли мы. Когда в другом погребе, в третьем, решил немножко Тимончика капустой порадовать. Ну и остальную братву. Так, принес им соломы. Интересно посмотреть, может кто-то скать будет. 13-го Кремонка должна родить. Окрылиться. И 18-го с зеленкой. И 20-го с йодом. Это что помечено. Ну, пометил так, чтобы удобнее было. Посмотрим, может кто солому на гнездо понесет. Ну, пока им некогда. Капуста и от мандарина в шкурке. Сейчас зима, какие-то витаминки же нужны. В смешанку добавил еще 3 кальция и фосфат, живина, витамины такие и кормовые дрожжи. Этот раз смешанка на основе топинамбура, топинамбур, дерть, кукуруза, ячмень дробленый, пшеница, ну и в топинам доступе ячмень. Такие кормушки из канализационных труб. В 2,5 месяца ничего не понятно. Один большой, другой маленький, третий средненький. Короче, когда 10 штук, все равно как ни крути фигово. Лучше было 8, но яма есть яма, ямное содержание. Поэтому так. Да, и воду чектоник добавляю. Витамин. Это на месяц получается. Ушло у меня на 3 погреба 40 миллилитров. Там 1 миллилитр на литр воды. Вообще витаминчики есть у них. Это для разнообразия капуста. Да, убираю по мере загрязнения. Вот вижу, что больше навоза, чем опилок. Все, пора убирать. Пока слабенько. Все, в идеале сетку на дно положить бы, чтобы не рыли вниз. Ну, ходу пока еще никто ничего не роет. Нормально. Да, видно по калифорникам. Пузо по земле трутся уже хорошо. Термонка вся общипанная. Наверное, готовится. Сколько-то осталось? 5 дней. Вот принес солому, понаблюдаю. Они обычно в зубах берут и тащат в нору. Каждый по своим норам. Самое интересное, что роют норы, допустим, так орлилась, то же самое на ректор лиса не хочет. Зарывает ее, вырывает другую нору. И туда пуха натаскивает. Бывает, что вырывает себя конкретно и лысая полностью становится. Ну, посмотрим, что покажет. Ладно. Всех покормил. Буду вылазить, пусть за шиворот уже снег падает. Все, ребят, до встречи.